12 сентября 2024 года. Родник холодный. ОУПТ «Ландшафтный заказник «Теплый стан». Памятник природы». Вот в таком состоянии у нас снова навален почвенный грунт. Нарушения не устранены. Вот здесь у них тоже строительные смеси были. Раньше здесь дорожка была ровная. Теперь все в каких-то кучках. Скамейку они поставили на место. Ага, интересно. Вот здесь был почвенный грунт. Они его убрали. Бортовой камень, кусок оставили. А землю неизвестно куда дели. Пятно цементное осталось. Здесь у нас все так же продолжает. Здесь, кстати, у нас и цементная смесь уже засыпана. Здесь у нас проходит Кукринский ручей. Все в него вот это вот белое. Это все у нас цемент. И от плитки остается. Это все попадает и в кукол. Здесь, конечно, пылище стоит. Это все несет на родник. Вон плиточка валяется у нас опять. У нас стоит опять ручей. Госинспекторы не приезжали. Работы не остановлены. Нарушения продолжаются. Автодор у нас, заказчик, тоже полностью игнорирует все эти нарушения. Вот они, куски плитки. Все это в ручье. Куски травы так и продолжают быть навалены в ручей. Здесь канава так и осталась. То есть у нас вот эта вся грязная смесь течет в Кукринский ручей, который уже встал. И, соответственно, наполнение Большого Тропаревского пруда тоже у нас теперь прекращено. Все благодаря Автодору. И кто у нас подрядчик, тут уже непонятно. Кто говорит Дава, кто говорит Дорстрой 2000, кто говорит Дорстрой. Но то, что от управы ведутся работы, это 100%. Документы никакие предоставлены не были. Нарушения продолжаются. Ждем ответа из межрайонной природоохранной прокуратуры.